Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Выглядеть моложе очень просто, даже когда возраст переходит черту в 50 лет. Вам не потребуется шерстить интернет в поисках модных секретов, ведь благодаря сегодняшнему выпуску вы научитесь многим трюкам с одеждой, точнее, с джинсами. Я подскажу, с какими цветами создавать образы, что носить с джинсами, а также несколько маленьких хитростей, чтобы сбросить пару лишних лет и при этом выглядеть стильно. Для женщин за 50 не очень подходят бойфренды, облегающие или слишком широкие. Советую отдавать свои предпочтения более элегантным моделям, умеренно узким, классическому фасону или небольшому клёшу. Вы без труда можете выбирать любой оттенок, но теплые и нейтральные тона в приоритете. Примерьте синий, голубой, черный или более смелые варианты в виде бежевого, вишневого или зеленого. С джинсами отлично смотрятся однотонные футболки, рубашки в клетку или шифоновые блузы, но не забывайте про пиджаки, блейзеры и жакеты. Какой же стильный образ обойдется без аксессуаров? Тут каждая женщина сможет проявить полный спектр своей фантазии. Не забывайте про украшения, они помогут сделать ваш образ завершенным. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!